ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. Попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Попросил тебя сосать, а в итоге наебал. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Попросил тебя сосать, а в итоге наебала. Я растворилась в тебе, но я не сахар в воде. Делаешь больно ты мне, но у меня иммунитет. И что теперь, что теперь? Закрой свой рот, закрой дверь. Не буду делать минет, лучше соси сам себе. Каждый день ты хочешь шесть, будто ты голодный. Тебе не больше делать, ты же безработный. Через три минуты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. Попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Попросил тебя сосать, а в итоге наебала. Она любит делать грязь, я наладил с нею связь. Не хочу ничего скрывать, я хочу тебя ебать. Она не любит делать это, она любит. Я предложил ей пососать, но у нее есть. Мы оба знаем, это было лишь моих мечтах. Но ты была со мной, будто бы последний раз. Я набираю ее, она сама не звонит. Открывает свой рот, только когда говорит. И ее голос меня так притянул, как магнит. Я знаю, что у меня на нее есть безлимит. Заставлял меня сосать, меня сосать. Меня сосать, меня сосать. И потом горячие новости, да? И Сергей на первых полосах. Блин. Ой, слушай, мои-то 50. Ты задумайся сначала немножко с другой стороны. Я в тот момент буду уже вообще сильно независимой. На что оно мне нужно-то будет за мужество? Где-то года. Ох. Удумал-то. С тобой-то мне-то что делать в мои 50? С развалюхой-то такой. А что 96?